Азербайджанские представители единоборств завоевали медали международного фестиваля университетского спорта в Екатеринбурге. В весовой категории 53 килограмма по борьбе золотую медаль завоевала Юльтекин Ширинова, одолев соперницу из России Александру Карамзину. По боксу в весовой категории 50 килограмм серебряную медаль завоевала Маржона Савриева. В финальном поединке она уступила сопернице из Венесуэлы Брита Гевары Алондре. Бронзу в категории 54 килограмма завоевала Зейнаб Рагимова. Ранее бронзу в весе 48 килограмм выиграла азербайджанская спортсменка Мехлара Мамедова. Мы постарались максимально подготовить команду к этому турниру. Очень много соревнований проходило практически одновременно. Подготовка шла напряженная, однако мы способны на большее, у нас есть потенциал. Тут нет слабых соперников. Соревнования прошли очень тяжело. Я участвовала на этом турнире после того, как завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира. Бои тут были не менее легкими, но, к счастью, я смогла одержать победу во всех четырех и завоевать первую золотую медаль.